на лабутенах и в восхитительных штанах. Все как в популярном сегодня клипе. Только картины не Ван Гога, а великих модернистов 20 века. Музейно-выставочный центр распахнул свои двери для читинцев на выставку произведений Сальвадора Дали, Анри Матисса и Марка Шагала. Все они очень любили Россию. Некоторые даже мечтали, чтобы их картины оценили в Эрмитаже. Ну а в Чите и подавно. Здесь представлены оригинальные литографии. Что это значит? То есть автор делает свою работу, а потом делается небольшой тираж. Обычно это 50 экземпляров, которые считаются подлинными работами автора. У читинцев есть замечательная возможность увидеть оригинальные графические работы этих художников. Каждая работа несет в себе скрытый смысл. Именно поэтому ни один зритель не останется равнодушным. Многие картины создавались абсолютно спонтанно. Так, например, Дали свою известную картину «Постоянство памяти» нарисовал с помощью плавленного сыра. Еще очень много интересных работ было у Сальвадора Дали, в том числе многие из вас любят Чупа-Чупс, и логотип Чупа-Чупса – это тоже его работа. За логотип художник не взял денег, а потребовал каждую неделю выдавать ему вкусные леденцы. Когда же они ему надоели, он приходил во двор, облизывал их и кидал в песочницу на глазах у детей. Сейчас тема выставок актуальна как никогда, а поэтому скидки на вход не действуют. Даже лабутены не помогут. Поэтому обувайтесь удобнее, запасайтесь чупа-чупсами и отправляйтесь навстречу искусству. Выставка откроется 10 февраля и будет работать до 10 апреля. София Бузунова, Николай Шумков, ЗапТВ.